Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к ее поклонникам. Многие из них сейчас тоже пытаются побороть рак. На официальной странице, посвященной поддержке Сорока 8-летней Анастасии Заворотнюк, появилась новая запись. Близкие прекрасные няни рассказали, как она помогала больным детям, мечтавшим встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих «детей» — совсем уже взрослые люди, которые сумели справиться с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни, рассказали близкие звезды в Инстаграм. Теперь те самые дети, которым дарила свое тепло Анастасия, оказывают поддержку ей. Они пишут актрисе из разных уголков страны, вселяя уверенность, что все будет хорошо. Заворотнюк также сопереживают люди, которые сейчас тоже борются с тяжелыми заболеваниями. «Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится», — пожелали родные актрисы. О болезни Анастасии Заворотнюк высказалась звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева. Актриса, победившая рак, заявила, что в таких ситуациях деньги и связи не помогут.